Кстати, на тему нового поколения поездов, мы вот тут в метро воспользовались Нюрнбергским, да, и были очень удивлены его форматом, а именно оно без водителя. Нет водителя, он едет вперед, и там можно сесть и культурно наслаждаться темной далью с рельсами. Nächster Halt, Sündersbühl. Необычное ощущение. Смотри, въезжаем на станцию. Следующая станция. Последняя, конечно. Добро пожаловать. Мы приехали самостоятельно, используя экологически чистый источник энергии. Уваливаться. Офигенное ощущение, не? Да, что ты едешь впереди. И не ты управляешь. Горки. Да, ну вот, горки в Диснейленде, я думаю. Никогда не видел, как внутри устроен туннель. И достаточно такое интересное чувство, как в музее. Не видно ничего. А, точно, слушай, смотри. Раздваивается. Мы как эти два вылезли из джунглей. Не говори. Достопримечательность цивилизации. А в чем? С этой стороны выезжает? Ну вот здесь она заканчивается, получается. А туда дальше копают. Последний. Точно, смотри, вот впереди, да? Да. Еще там... Новая диковинка для нас. Мы тут высмотрели поезд без водителя. Да, поезд в городе. Вот мы только что приехали. Это метро в Нюрнберге. Только что отъехал поезд, в котором кабина еще была с водителем. А вот этот, мы, правда, не успели заснять, а вот этот уже такой же по виду транспортное средство. Единственное, но вообще что без кабины. Нету кабины вообще. Ни впереди, ни сзади. Обалдеть. Обалдеть. Будущее идет к нам. Ура!